саженцы Астильбе Аренце Систер Тереза, Систер Теиса, гармонично впишутся в теневой цветник любого стиля. Живописно будет выглядеть однородная группа растений средней высоты с пышными розово-сиреневыми соцветиями. Сорт распускается в июле, сохраняя декоративность не менее 5 недель. Воздушная структура многочисленных соцветий придаст композиции романтичности и легкости. Высота Астильбы колеблется в пределах от 40 до 60 сантиметров. Размер метельчатого соцветия может достигать 30 сантиметров. Аромат цветков слабый, ненавязчивый. Астильба Аренце Систер Тереза – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Астильба прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. По типу ствола Астильба Аренце Систер Тереза можно отнести к группе низкорослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания Астильбы прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает Астильба Аренце Систер Тереза в месяц июль-июнь-август. Цветы имеют слабый аромат. Лист этого прекрасного растения по форме дважды перистый. Обратите внимание, что Астильба Аренце Систер Тереза – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.